тот день врач подтвердил, что Рима беременна, и она твердо решила, что будет рожать. Здравствуй, мама. Ольга Ярцева, 20 лет, дочь Риммы, студентка, не замужем. Ну, что скажешь? Вот купила фрукты. Римма Васильевна Ярцева, 42 года, экономист, не замужем. Твое любимое печенье. Слушай, кажется, его на кассе оставила. Ну ничего, испечем что-нибудь вкусненькое. Мам, ты беременна? Откуда такие сведения? Вот. Инструкция от теста на беременность. Она не моя. Больше в нашей квартире женщин нет. Ну, уронила по рассеянности. Ну, как раз сегодня хотела тебе обо всем рассказать. Ну и что ты собираешься делать? Рожу тебе братика или сестричку. Только вот придется ребенка растить опять одной. Вот невезуха. Тебе смешно? Я, между прочим, тоже беременна. И что мне теперь аборт делать, чтобы тебе помогать? Ребенок – это всегда счастье. Пусть даже не вовремя. Вы с Яшей скоро поженитесь, и все будет хорошо. Да на что мы все будем жить? Ты в декрете, мы с Яшей студенты. Ну, раньше надо было думать. А теперь остается поздравить друг друга. И радоваться тому, что мы все живы-здоровы. Чему радоваться? Мать беременна в 42 года, да еще и опять без мужа. Бред! Я не понимаю вообще, зачем тебе ребенок? У тебя я есть, тебе о внуках пора думать. Знаешь, я тебя растила одна, а у тебя есть Яша. Вообще-то я рассчитывала на то, что у меня есть мать, которая не предаст и поможет в трудную минуту, а тебе на меня наплевать. Что делать? Дочь меня поставила перед выбором. Ее ребенок или мой? Ну, бог ей судья, как говорится. Но вы-то, я надеюсь, не считаете, что предаете свою дочь? Конечно, нет. Я пыталась как-то объяснить ей, рассказать. Но я нарвалась на полное непонимание. Ты боишься трудностей? Или Яша испугалась, узнав о твоей беременности? Яша еще не знает. Я радовалась своей беременности одна. Хотела всех собрать, сюрприз сделать. А теперь пусти меня, я хочу погулять. Уля, я не так легкомысленна, как ты думаешь. Я плачу твою учебу, никому не буду в тягость. Здоровьем Бог не обидел. Но продам я этот участок с недостроенным домом. Денег где-то на год хватит. Потом пойду работать. Кто отец твоего ребенка? Почему он тебя бросил? Меня никто не бросал. И поверь, мне нелегко далось решение, что моего ребенка не будет отца. Опять? Я ошибка молодости, а теперь ошибка старости? Знаешь, мама, за своими героическими решениями ты прячешь свою полную безответственность. У моей дочери нет ни малейшего уважения к моим чувствам и к тому, что я тоже женщина. А с отцом моего будущего ребенка я никогда не строила планов на совместную жизнь. И я не могу ему навязываться. Я не могу Оле всего этого рассказать. И теперь для нее я совершенно безответственный человек. Я уверена только в одном. Если вы вдруг решите поверить в то, что вы в чем-то перед ней виноваты, этим вы точно не поможете ей понять вас. После разговора с Галиной Римма хотела как можно скорее пообщаться с дочерью. Но в тот день ее задержали Римма. На работе. Ты так быстро ушла с совещания. Я хотел поговорить с тобой. Владимир Николаевич Курехин, 55 лет, директор завода, любовник Риммы, разведен. Я не могу понять, почему ни с того, ни с сего ты так резко решил порвать со мной. Володь, давай мы обойдемся без всяких объяснений. И вообще я собираюсь искать себе другую работу. Сколько тебе нужно, чтобы сдать дела? Ну, месяц хватит. Прекрасно. Римма вдруг захотела остановить Владимира и сказать, что ждет от него ребенка, но вспомнила утро после их ночи.
Господи, как же мне хорошо старому одинокому волку с тобой, а? Никогда так ни с кем не было. Хорошо. Ты всегда жил один? Да нет, был женат. Ну, как говорится, любовная лодка разбилась о быт. И что, больше никогда не влюблялся? Ну, чего не влюблялся? Влюблялся. Только кому нужен? Полуголодный нищий студент. А вот когда появились деньги, квартира, машина, стало еще хуже. Представь себе. Еще хуже. Я стал легкой добычей для расчетливых особ. Что-то не верится, чтобы тобой могли интересоваться только из расчета. Женщина готова на все, чтобы женить на себе состоятельного человека. В ход идет и коварство, и шантаж. А вот скажи, забеременеть только ради того, чтобы женить на себе мужика, это не позорно для женщины? Я уверен, что в наших отношениях интриг не будет. Да. Яша! Яша, что случилось? Ольга меня выгнала. Сказала, что беременна. Но мы не готовы стать родителями. Яков Гриднев, 20 лет, студент, жених Ольги. Ну, она просто очень взволнована. А потом у беременных часто бывают перепады настроения. Я сказал, что устроюсь на вечернюю работу. Рассказал про сестру, что у них ребенок маленький и счастье, хотя и живут от зарплаты до зарплаты. Она не поверила, сказала, что я легкомысленный. Да не легкомысленный ты. Она хочет избавиться от ребенка. Убедите ее не делать этого, пожалуйста, и чтобы она в меня поверила. Я поговорю с ней. Хорошо, ты иди, только не переживай. Я поговорю. Ладно. Мам, мы поругались с Яшей. Он такой же безответственный, как и ты. Он не думает, как жить, где, на что. Ах, вот ты о чем. Если бы я испугалась трудностей, тебя не было бы на свете. Твой папа бросил меня, когда я была студенткой, едва узнав о моей беременности. Я помню, как мы жили. Два яблока в неделю, чужие застиранные платья. Своему ребенку я такого не желаю. Мам, мам, ты что? Мам, подожди, ну не волнуйся, ты что? Я скорую вызываю. Мам. Скорую не надо. Сейчас. Ну, ты так не волнуйся. Ну, я больше не буду тебя расстраивать. Мам, извини. Ну, пусть родится этот братик или сестренка. Ну, я тоже оставлю малыша, вырастим. Ты позвони, Яш, извинись. Оля, ну хороший, надежный. Ты верь в него. А главное, он хочет ребенка. Это важно. Целую неделю Римма провела на больничном из-за угрозы выкидыша, но продолжала работать, чтобы сдать дела. Владимир за это время ни разу ей не позвонил. Доброе утро. Доброе утро, Яш. Как самочувствие? Завтракать будете? Я омлет сделал. Нет, спасибо. Токсикоз, знаешь. Яш, я тут закончила с документами. Отнеси, пожалуйста, вот эту папку после занятий в управление. Хорошо. Вот папка. Вот бумажка с номером телефона, имя, фамилия директора. Хорошо, вы отдыхайте. Спасибо. К обеду Римма почувствовала себя гораздо лучше. Мама, ты зачем встала? Ну, пора и хозяйством заняться. Садитесь, обедать будем. Заходили в обед к тебе на работу с Яшей. Видели вашего начальника. Шикарный мужчина. Вышел, такой элегантный, забрал папку, раскланялся, сел в дорогой автомобиль и покатил. Оль, не преувеличивай. Для директора завода автомобиль даже очень скромный. Яша, у нас с тобой такой нет.
Мама, между прочим, он очень интересовался твоим здоровьем. Все спрашивал, как ты, предлагал помощь. Угу. Говорит, вас на заводе очень ценят. Ольке комплиментов наговорил. Все время повторял, что я красавица и вылитая мать. По-моему, он к тебе неравнодушен. Мы ему сказали, что ты беременная. Рима забеременела от своего начальника Владимира, с которым у нее был роман. Рима решила рожать, не посвящая в это любовника, поэтому объявила, что увольняется и прекращает с Владимиром отношения. Дочь Римы Ольга сама ждала ребенка и надеялась на помощь матери. Ольга поставила условие: если мать не избавится от ребенка, на аборт пойдет она. Во время одной из ссор у Римы возникла угроза выкидыша. Ольга пообещала не волновать ее. Передавая директору завода документы, Ольга проболталась Владимиру, что Рима ждет ребенка. Зачем? Кто вас просил? Ну, чтобы не задерживал тебя допоздна на всяких там заседаниях, совещаниях. Я пойду руки помою. Это Курёхин, да? Мама, отец твоего ребенка Курёхин? Он ведь почти на всех фотографиях из твоей последней турпоездки. Оставь меня в покое с этим Курёхиным. Мам, ну если это он, отец твоего ребенка, если он тебя бросил, то нужно хотя бы потребовать от него материальной помощи. Не надо мне никакой помощи. Не надо обо мне заботиться. И вообще, я самостоятельная, независимая женщина. Не прошло и часа, как Риме позвонил Владимир. Как ты могла? Почему ты не сказал, что ты ждешь ребенка? Это же мой ребенок. Твой? Но это ничего не меняет. И мое желание рожать не налагает на тебя никаких обязательств. И вообще я взрослая, самостоятельная женщина. Ну, я все понял. Ты меня принимаешь за законченного эгоиста. Только потому, что я всегда был один. Ты знаешь, это не так. Да, я привык к одиночеству. И еще я привык рассчитывать только на самого себя. И от других привык то же самое требовать. Но ты должна понять, что ради тебя и своего ребенка я готов на все. Володь, кроме твоего ребенка, у меня есть еще и взрослая дочь. И она моя семья. Я ничего не имею против твоей дочери. Но ты должна понять, как мне важен этот ребенок. Да ты просто не имеешь права оставлять ребенка без отца. Ты обязана мне позволить вам помогать. Тебе и, ну, и твоим детям. Володь, ну я не знаю. Я ничего пока тебе не могу сказать. Я не знаю. Ну вот как быть? Оля все запутала. Она все время говорит, что заботится обо мне, а на самом деле мне кажется, что она просто хочет сбыть меня с рук. Володя, например, разрешить заботиться о ребенке, значит, пустить его в мою жизнь и жизнь моих детей. Ну, во-первых, я не понимаю, почему вам кажется, что ваша дочь хочет сбыть вас с рук. По-моему, у вас с ней какое-то просто вот синхронное неуважение друг к другу. Во-вторых, а что такого ужасного, если Володя войдет в вашу и ваших детей жизнь? Он что, монстр какой-то? У нас с Володей была страсть. Но мне кажется, что я его не знаю. Иногда он бывает недобрым, скупым, странным. Как-то, знаете, все это... А вот, например, на работе месяц назад у нашей коллеги заболел ребенок. И мы собирали деньги на лечение. Володя денег не дал. А если вам нравится во всем видеть самые наихудшие стороны, я вам мешать не буду. Я, наоборот, хочу с Володей попробовать жить. Потом ради спокойствия дочери. Может быть, он окажется не таким странным? А даже если окажется именно таким странным,
Вы уверены, что со странным человеком невозможно быть счастливой? После разговора с Галиной Римма в выходные решила пригласить к себе Владимира. Впервые в жизни она чувствовала себя невестой. Я очень люблю тебя. И прошу стать моей женой. Подожди, Володя. Я перееду к тебе. Мы попробуем жить вместе. А потом посмотрим. Ну, хорошо. Ты не представляешь, как я хочу наследника. Или наследницу. Уже 3 недели Римма жила у Владимира, и все складывалось почти безупречно. Моя мамаша получает очень хорошую пенсию, а также дерет с меня алименты. Вот на эти деньги она и пускай нанимает себе сиделку. А меня оставьте в покое и больше сюда не звоните! Всякое по работе. Слушай, давай мы тебе купим норковую шубу. Не хочу тебя видеть больше в этой куртке. Да нет, не надо. Непонятно, какой стану после родов. У меня есть старое зимнее пальто. Какое-то время сойдет. Я хочу, чтобы тебя окружали только красивые вещи. Да, Володь. Не надо демонстрировать свою щедрость. Но я же слышала, кто тебе звонил. Не по работе. Ты говорил о своей матери. У нас действительно сложные отношения. Я просто не хотел тебя вмешиваться. Это не важно, какие у вас с ней отношения. Ты богат. И тебе должно быть стыдно жалеть деньги на сиделку для своей собственной матери. Ты права. Я действительно живу старыми обидами. Но тебе больше не придется за меня стыдиться. Через несколько дней Римма пришла домой за оставленными теплыми вещами. У нас с Яшей все хорошо. Ведем хозяйство, готовимся к свадьбе. Угу. Малыш растет. Помоги. Зачем тебе это старье? Попроси Курехина купить тебе новое. Он случайно не жадный? Еще не поняла. Но вчера мне предложил купить норковую шубу. Я отказалась. Ладно, по мне тут особо не скучают. Пойду, пожалуй. Мам, я очень по тебе скучаю. Просто мы с Яшей учимся жить самостоятельно. Привет, будущий теща. Привет. Будущий муж пришел. Зарплату принес, а то холодильник совсем пустой. Оль, на фирме проблемы, поэтому зарплату задержат на 2 месяца. А ты им пытался объяснить, что тебя отчислят из института, если ты семестр не оплатишь? Тебя в армию заберут, я с ребенком одна останусь. Оль, ну что объяснять, на фирме нет денег. Мам, а может нам у твоего богатого Курехина попросить? Не надо ни у кого ничего просить, я не люблю брать у чужих. У сестры прошу. Ну, у сестры так у сестры. Ну, мы с Володей вам поможем. До свидания. До свидания. Пока.
Римма забеременела от своего начальника Владимира. Она решила рожать, не посвящая в это любовника. Дочь Риммы Ольга сама ждала ребенка и надеялась на помощь матери. Ольга поставила условие: если мать не избавится от ребенка, на аборт пойдет она. Владимир, узнав о беременности Риммы, заявил, что мечтает о наследнике. Римма переехала к нему. Владимир старался быть добрым и щедрым, но Римма убедилась в обратном. Заехав домой, Римма узнала, что у Ольги с Яковом финансовые трудности. Она пообещала, что они с Владимиром помогут. Два дня спустя Римма приболела. Здравствуйте. Тихо. Римма только что заснула, простудилась. Это в ее-то положении. А ты, Ольга, звони, прежде чем к нам приходить. Вы извините, но у нас такое дело. В общем, нам деньги нужны. Всего на 2 месяца. Я хотел у сестры занять, но она мебель новую купила. Молодые люди, я не даю взаймы, чтобы не платить безответственность. Мы отдадим. Угу. Пойдем, Оль. Ты что? А? Ты жестокий и мелочный человек. Римма, ты меня неправильно поняла. Я все слышала и все правильно поняла. Оля моя дочь. Ребята просили у тебя деньги взаймы. Сумма-то была невелика. И деньги у тебя есть. Ты просто сумасшедший. Ну, пожалуйста, прошу тебя, ну не уходи. Очень тебя прошу. Пойми, ты со своим ребенком только помешаешь своей дочери. Оля перчатки забыла. У вас все в порядке? Да, Леш, все нормально. Сейчас Владимир Николаевич вынесет себе перчатки и деньги. Да-да, непременно. Леш, ты только Оле не говори ничего, ладно? Ты же знаешь, ей нельзя волноваться. А, вот. Тут крупная сумма. Надеюсь, хватит на все. И можете не торопиться отдавать. Деньги уже не нужны. Я у друга займу. До свидания. До свидания. Мне кажется, щедрость Володи показной. Скорее всего, он патологически жаден. А вам зачем нужно, чтобы он был щедрым? Разве вас в нем привлекали его деньги? Иногда мне кажется, что Володя может измениться. А иногда становится страшно, что это невозможно. И мой будущий ребенок когда-нибудь станет таким же, как его отец. Ну, положим, Володя не изменится. Ну, во всяком случае, пока он сам этого не захочет. А что касается ребенка, я не знаю, конечно, может, генетики уже открыли ген жадности, а может и нет. Нет, я понимаю, для вас, конечно, лучше, чтобы открыли. У вас бы появился еще один повод чего-нибудь бояться. Римма не ушла от Владимира. Она не хотела волновать дочь и цеплялась за слабую надежду, что Владимир изменится. Здравствуйте. Здравствуй, я. Что-то с Олей? Нет, у нас все в порядке. Я за вас беспокоюсь. За меня? Да, я с сестрой своей разговаривала. Она работает с женщиной, которая 2 года подряд у Курюхина готовила и убиралась. Она много о нем знает, и с матерью его, с его знакома. Не возражаете, если я расскажу вам? Говори, говори. В общем, он скупердей, скряга. За копейку по судам затаскает. Печально. Получается, выселили мы вас из вашей квартиры. Сосватали. Знаешь, я бы, может быть, и сейчас ушла, но как-то надо Ольгу предупредить, подготовить. Да Ольга меня сама к вам послала. Сказала, что если вам там плохо, чтобы вы домой возвращались. Мы с Олей друг от друга ничего не скрываем. А знаешь что, Яш? Пойдем-ка ты мне поможешь вещи собрать. Хватит мне себя обманывать. Пошли. Через полчаса Римма решительно покидала квартиру чужого для нее мужчины. В чем дело, а? Володя, я от тебя ухожу. Вот. Что значит ухожу?
Я тебя кормил, поил. Я для тебя готов был все сделать. Сколько можно объяснять? Мы с тобой разные люди. Я тебя не люблю. Тихо. Вот так, да? Если рассчитываешь на алименты, не обольщайся. Ребенка я у тебя отсушу. Это ты мне будешь платить алименты. Ты! Поняла? Пойдемте, Римма Васильевна. Все у него в деньгах измеряется. А на ребенка можете не рассчитывать. Посмотрим. Частями. Посмотрим. Прошел год. В положенный срок у Римы родился сын. А через месяц она стала бабушкой. Нашла работу на полдня, с 3 до 6. Как раз, когда вы с Яшей дома будете. Вон до той детской площадки довези и беги на свой зачет. Ты подготовиться-то успела? Успела. К 3 Яша подойдет, поможет тебе Саше Танечке с прогулки домой отвезти. Эх, что-то мы не купили большую коляску. Одну на двоих. Ну, как у близнецов. А давай попросим Яшу нам с тобой такую подарить. Слушай, здорово. И будут наши детки в одной каретке ездить. Хорошо живется людям, которые всегда и во всем ищут плохие стороны. Ну, как, например, это делала Римма из нашей истории. Хорошо им живется, потому что их поиски никогда не остаются безуспешными. Давайте возьмем первую попавшуюся черно-белую фотографию и поищем сами. Всем известно, что любой оттенок серого – это белый цвет плюс чуть-чуть, ну или не очень чуть-чуть, черного. И получается, что какой бы фрагмент фотографии я ни взяла, черный цвет там обязательно отыщется. Ну, согласитесь, много ли на этой фотографии абсолютно белых пятен? А это значит, что мир вообще плох, потому что белого, чистого и прекрасного в нем практически нет. Только ведь все чисто. Белый цвет – это ничто, пока он хоть где-нибудь не будет обрамлен черным. Ну, просто для придания формы.